Всем привет! Сегодня едем на Азовское море, село Кочугуры. Туда едем первый раз, посмотрим, что оно из себя представляет. Ну вот, мы въехали в Кочугуры, от Витязева до сюда порядка 80 километров. Сейчас сделаем небольшую экскурсию по деревне, посмотрим, что здесь да как, посмотрим, где здесь море, можно ли к нему подъехать. Ну, дальше сами все увидите.
Thank you.
Подъезжаем мы на набережную, видим море. Сейчас, наверное, здесь остановимся, сходим на пляж, посмотрим, какой там пляж, искупаемся, позагораем. Так, ребята, ну мы накупались. Море очень сегодня спокойное, прозрачное, теплое. Пляж песочный, народу немного. В общем, все замечательно. Сейчас мы едем дальше, смотрим село Кучугуры. Ну и где-то нужно нам будет пообедать.
Сходили мы, пообедали прямо на центральной улице, столовая. Очень хорошее все, готовят очень вкусно, по ценам недорого. Нам, в общем-то, все очень понравилось. Мы себе обещаем вернуться сюда еще раз. Сейчас едем дальше по селу, попробуем еще где-нибудь выехать к морю, посмотрим другого места, как там, что выглядит все. Ну и потом поедем домой.
В общем-то, мы посмотрели село, покупались, пообедали, еще посмотрели село. Все, сейчас едем домой назад в Витязево, на свою базу Афалину. Тут еще на выезде сейчас остановимся, сфотографируемся.